именно качественный дом без проекта построить невозможно. И в принципе без проекта не надо строить ничего. В советское время без проекта даже не строили коровники, не говоря уже о чем-то более серьезном. Наличие проекта позволяет вам действительно понять, какой у вас бюджет, заказать заранее необходимое количество материалов, оборудования, ну и, соответственно, контролировать выполнение работ. Ну и понимать, когда он у вас, в принципе, этот объект закончится с точки зрения строительства и какой результат вы можете получить. Соответственно, если будут какие-то вопросы, проект позволит вам дискутировать с строителями, да, то есть показывать несоответствие того, что по факту, и того, что в проекте. Ну и, соответственно, нанимать какой-то технадзор, если он нужен, потому что технадзор должен ссылаться на какие-то проектные решения и требовать их выполнения. И не дай бог, если у вас какие-то судебные разбирательства, опять же, без проекта будет тяжело что-то доказать, потому что вы не можете сослаться ни на проект, ни на договор и так далее. То есть проект — это важное условие для качественного строительства. И если вам строили без проекта, то тяжело требовать какую-то гарантию, какие-то гарантийные обязательства от строительной компании. Вот, потому что непонятно, на что ссылаться и, в принципе, что изначально, да, то есть, вы планировали получить. Поэтому это тоже важный аспект.